Рецепт приготовления грибного соуса с луком, сельдереем и хлебом. Используйте для соуса ассорти своих любимых грибов. Грибной соус подходит в качестве начинки для индейки. Разогреть духовку до 200 градусов, смазать маслом форму для выпекания. Нагреть масло в большой сковороде на среднем огне. Добавить лук, сельдерей, 1,5 чайной ложки соли и 4 чайной ложки перца. Готовить, часто помешивая, пока лук и сельдерей не начнут коричневеть, от 12 до 15 минут. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Сливочного масла, плюс масло для выпечки, 4 столовые ложки. Большие луковицы, нарезанные, 2 штуки. Стеблей сельдерея, нарезанных, 6 штук. Соль и молотый перец, 5,75 чайных ложки. Ассорти грибов, нарезанных, 650 грамм. Хлеба, нарезанного и высушенного, 450 грамм. Куриного или овощного бульона, 650 миллилитров. Больших яйца, 3 штуки. Количество порций, 8. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Всем приятного аппетита, жду вас снова.